Всем привет, играем в Фазмофобию, соло кошмар без улик, Уиллоу Стрит. Сегодня в программе Бенджамин Корриган. Датчик движения, направленный микрофон, свечу потушить тоже надо. Ну, это все ерунда, это даже можно без охот расправиться. Так, погода ясная, понятная. Вон, смотрите, луна, может, на этот самый, на превью с луной, а? Луна красивая. Может быть, а может быть, я опять про нее забуду. Так, не шкатулка и не карты, нычка в первой комнате. Отлично. Пойдем дальше. Здесь у нас что? Ой, это надо закрыть, чтобы не издавало звуков. Так, доска. Угу. Что у нас тут? Свет есть. Костей не наблюдается. Костей не наблюдается. Температуры умеренные. Пойду наверх. Так, здесь что? Здесь что-то отросло. А здесь что было пониже? Да ты чё? Да ты чё? А я чуть было отсюда не ушла. А, ну вон оно как. А оно все тут. Так, я, получается, все нашла, кроме Константина. Yes, а вот и Константин. Все, тогда все найдено. Погнали. У нас все есть для начала успешного расследования. Не, ну луна красивая, да? Выставили настройки графена. Соответствующие. Все, и прям как-то чувствуешь себя, как на природе, знаешь? Как будто не призраков ищешь, а вот выбрался куда-то. К другану. А у него дом загородный. Вот, ты приехал такой, а здесь как-то и звезд больше, чем в городской застройке. И пахнет по-другому. Короче, кайфуешь. Ты точно тут? Давай... Ой, это не то, это не то, это не то. Вот это то. Давай уточним. Потому что что-то мне... Да. Недостаточно холодно. 10, это, конечно, да. Вот здесь, да? Все, ниже пошло. Отлично. О, здравствуйте, штучка. Здравствуйте. А давненько вас не было. Да, да, давненько. Здравствуйте, здравствуйте. Это что получается? Это спидрун? Блин, ну мне кажется, нельзя взять и уехать и не узнать, кем был мимик в первую охоту. Это же какой-то, ну, такой прям спорт. Ну ладно, сделаем одну охоту. Так уж и быть, посмотрим. Ставки можете сделать. Единственное, что есть шанс, что мы так и не узнаем, кем он был чего-нибудь в первую охоту, потому что он будет каким-нибудь скучным призраком, до которого нам нет дела. Но если, блин, не дай бог, это будет какой-нибудь ревенант или морой, который будет мороиться, то это, да, будет не очень приятно. Ну а что делать? Ну это риск. А риск — дело благородное. Так, мне нужен датчик движения, направленный микрофон и свечку потушить. С направленным может быть непросто, но посмотрим сейчас. Посмотрим. Так, это надо будет зажечь. Это в руку, это в руку, это в руку в последнюю очередь. Чтоб нам не нести этот самый ваш... зажигалку. Эту вашу зажигалку.
Подсвечник вообще не освещает нифига. Только что выглядит эффектно. Так, ты тогда сюда. Ты сюда не встанешь, тогда вот сюда наружку. Да, я стою вот так как-то. Фиксирую. Вот уж она. Соленаступательные операции проходят у нас от Бенджамина. Это все. Датчик движения. Ага, отлично. Подышал, изволил. Пойдемте сфоткаем следы. У нас же есть шанс на супер-мега удачное расследование. Пойдемте засолим все. Может, посолить каждую ступеньку в подвале? Так можно будет сделать? Чтобы он шел, поднимался и наступил на них на все. Он не перешагивает? Никто не знает. Вот. Так. Блин, тут неудобно. Так. Пусть будет так. Блин, они как-то некрасиво ложатся. Не очень ровно получилось. Это моя соляная лестница. Соляная лестница без перил. Здрасте. А, господи. Я думала, это от ока. Испугалась уже. Ломанулась. Так, это же соль. И это соль, правильно? Все, я тут туда включаю... А, света нет. Да, включаю. Так. И это сюда. И это сюда. Беру благовошки благовонять и все. Датчик движения внизу срабатывает. Я думаю, что соли мне хватит, да, на заполнение альбома. Или мне надо призрака обязательно сфоткать? Есть там такое условие? Какая разница на самом деле, это не самоцель. Сейчас бы выжить, да? Выжить было бы здорово. Твоя любимая комната. Я сошел с ума? Марка. До свидания. До свидания. Нет, это не ревенант, судя по звукам. О, Полтер? Прикол! Прикол! Это Полтер! На! Блин, что ты делаешь? Дурак ты какой! Ты зачем пошел за мной в нычку? Вот дурила. Так, раз. Я не
не знаю, у меня там были еще места или нет, ну, короче, отстань! Никогда так не делай, ты что меня подставляешь? Фуф! Нет, там не хватило. Не хватило на призрака. Обидное. Зачем он в нычку-то пошел, блин, напугал меня, кошмар. Ну, это точно был полтер, там по скорости раскидывания. Типа, сильно раскидывать могут и другие призраки. Ну, конечно, не так, как полтер, не на такие расстояния, но могут. Но там нужно смотреть еще за скоростью раскидки. И вот скорость раскидки никак не подделаешь. Она такая одна у полтергейста. Но это был не полтергейст, это был мимик и бонус за идеальное расследование. Пожалуйста, к нам в копилочку отправляется. Как и 99-й левел. Когда вы будете смотреть этот ролик, наверное, у меня уже будет престиж. А может быть, еще и не будет. Спасибо всем, кто был с нами, кто переживал за мимика, который ломанулся в укрытие. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.